диска до плана. Кеннис просто не прощает, не оставляет никаких шансов. И теперь вся надежда на мистера Олафа Кайбера, который остался 1-2. Кеннис он, скорее всего, сейчас найдет и останется 1-1. Но где же найти второго игрока? Второго он слышит, видит тень. А, не ваншот, нет, все-таки реабилитирует себя, перестраивается на Апекса и разносит тому кабину. Вот это жесткий Олафмейстер, еще постоял немного. Там пятишки, обнимашки на сцене, непонятно как-то. Ну что же, даже без китов успевает задефьюзить бомбу Олаф. А как не заваншотил он Хэппи, казалось.